Минувший воскресный день в России отметили День матери. В Пермской епархии в честь праздника прошла семейная игра, а также акция, в ходе которой женщинам вручали воздушные шары, открытки и шоколадки. Подробности в следующем сюжете. Не только говорить, что много деток хорошо, но и поддерживать семьи душевно и материально. Пермский центр поддержки материнства и детства «Колыбель» провел в День матери семейную игру. Впервые мы решили сделать именно в такой форме этот праздник, именно выделить 6 семей, лучших семей нашей епархии. Вот, проводили в течение года конкурсы, и вот эти 6 семей решили таким образом поощрить. Каждая семья – отдельная команда. Мамы, папы и ребятишки отвечали на вопросы, призванные выявить их кругозор и логику. Какая птица может летать хвостом вперед? Время. Какая птица может летать хвостом вперед? Я подскажу, это очень маленькая птица. Правильный ответ. Так посчитали ученые, которые увидели это явление. Это птица колибри. По итогам конкурса команды получили подарки, цветы, сладости, разные полезные в хозяйстве вещи. Но главное – это не призы, а радость от самой игры. Было интересно участвовать вместе всей семьей. Вот это именно командный семейный азарт. Это было здорово. Все участники – выдающиеся люди. Кто-то занимается карате и моржеванием, кто-то вяжет, рисует и летает на дельтаплане, кто-то музицирует и пишет стихи. Свои достижения участники игры показали всем собравшимся и своими талантами поздравили мам. Осенними холодными ночами, когда сквозняк задышит на свечу, я вспоминаю с нежностью о маме. Я плачу, я грущу, молчу. Взрастив меня, малютку с колыбели, не зная отдыха и права на покой, шла мамочка к заветной цели, чтоб вырос я здоровый и большой. Также в рамках празднования Дня матери в Перми прошла акция «Мама, спасибо за жизнь». Ее совместно провели социальные и молодежные отделы епархии. Сегодня мы здесь собрались, чтобы надуть шарики и напомнили городу о таком празднике, как День матери, чтобы все поздравили своих матерей, приобщиться к какому-то доброму делу. Мы пойдем по улице их раздавать детям, чтобы им напомнить, чтобы они пришли домой, поздравили своих мам. Мы будем раздавать красивые открытки с рисунками детскими, шары и шоколадки. Мамочки с благодарностью принимали поздравления и подарки. Ведь сегодня труд матерей остается порой незамеченным. И внимание, добрые слова и пусть даже небольшие презенты для них большая поддержка.